В общем, пришло вот такое замечательное письмо. И вот какие-то вот эти странные символы, абсолютно непонятные, что это за символы, я, честно говоря, не понимаю. Походу, ребят, я на самом деле люблю собирать марки, во всяком случае, они мне нравятся. Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас обзор вот такого вот необычного продукта. И это у нас с вами почтовый такой большой конверт. Почтовый конверт, в котором, ребят, грамоты. Дело в том, что я, если мы здесь посмотрим, то здесь написано «Искусство будущего». ООО «Искусство будущего», Москва, Крымский вал, дом 8/2, кабинет «Союз художников», международная художественная выставка, неделя моды «Art Week». 11, вернее, 119-049, их индекс. Вот такие вот замечательные здесь, давайте покажу поближе, вот такие вот замечательные марки. Я не знаю, мне почему-то очень хочется их рассматривать, прям такие крутые. Давайте вместе с вами их тоже рассмотрим, посмотрим, получится. Да, получится. Смотрите, какие они резные, какие они интересные, какие они крутые, классные. Ну, в общем, я не знаю, марки мне что-то заходят. Итак, ребят, если говорить уже по сути, то я первое место получил за участие в конкурсе, за свои работы. Кстати, объясните мне, пожалуйста, что это за надпись такая непонятная, вообще абсолютно непонятная надпись, которая как-то гласит что-то через какие-то точки, в общем, непонятно. Не знаю, что написано. Вот, разберитесь тоже, потому что я что-то пас. Итак, ребят, открываем. И давайте все-таки, возможно, так сможем раскрыть. Да, оно вроде поддается. И мы сейчас с вами попробуем открыть эту клеящуюся штуковину. И там внутри этого конверта должны быть два диплома, естественно, бумажных. По поводу моего первого и третьего места. Дело в том, что я на выставку фотографий «Таланты России» отправлял на конкурс выставку, отправлял именно две свои работы, которые, к сожалению, были отвратительно распечатаны, ну просто отвратительно. И это вызвало у меня определенный переполох. Я даже попросил организаторов, чтобы они удалили с выставки моей работы, ну просто потому, что они выглядели отвратительно, на самом деле распечатаны были некачественно, не в том формате, да и кроме того, что не в том формате, они еще были, друзья мои, распечатаны не в той экспозиции. То есть там, если я прислал черную фотографию, то она у них висела какая-то светло-серая, то есть это вообще какой-то ужас. Итак, вы видите, что выдан диплом мне, Яковлеву Дмитрию Анатольевичу, за первое место. И у нас здесь название работы Михаил Сергеевич Богодасаров, «Раздумья о бытии». И здесь, значит, вот написано, что как, давайте я сам прочитаю. Значит, конкурс фотографии, профессионал, член Ассоциации Союза, в номинации «Люди, человеческая природа». И что интересно, ребят, вот здесь вот, давайте я сделаю, покажу еще один, допустим, да, здесь уже третье место, как бы за другую работу, но смысл остается. Здесь есть Коломийцев Сергей Евгеньевич, который председатель комитета, директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, а также академик Европейской академии естественных наук. То есть академик, серьезно. Ну и второй Фильков, Федор Винофантиевич, извините, генеральный продюсер проекта, президент российского отделения Всемирного фонда искусств, вице-президент Евразийского художественного союза, академик Европейской академии естественных наук. Конечно, я прекрасно понимаю ваш сарказм по поводу того, что, ну, академии и академиков, как, не знаю, как кого там, как грибов, наверное, да, сейчас сами себе придумывают, в общем, эти названия и регалии всякие. Но, несмотря на это, ребят, вот эта штука, она котируется и в международном контексте.
Так что я лично считаю, несмотря на то, что это, ребят, общественный, значит, все современного искусства, где-то написано «Всероссийский конкурс Талант Экспо», если у вас есть какие-то тоже таланты, обязательно попробуйте там поучаствовать. Участие там не сильно дорогое, но хотя требует определенных денег. Но, ребят, контролируйте подход, говорите заранее, что вы хотите иметь. Я отправил жалобу, по этой жалобе мне пришел ответ, который я, в принципе, могли удовлетворить, но я потребовал возместить мне моральный ущерб. Но после того, как мне пришло два призовых места участия, ну, за мои работы, я как бы сказал, ну и фиг с ним. Ну, в общем, примерно вот так. Можете меня поздравить, если вам было интересно. В любом случае, спасибо. Спасибо всем, кто участвовал в этом процессе, ну и вам в том числе за участие. На этом все. Оставайтесь на линии. Всем удачи. Пока.